Привет! Волей судьбы мы оказались сегодня в Петропавловской крепости. И раз уж на улице такой солнечный, снежный, морозный денек, Нева замерзла, чего не было, в общем-то, давно. И мы решили выйти на лед и показать вам панораму нашего города. Первое, что мы можем увидеть, это Троицкий мост. Один из красивейших мостов нашего города. Один из известнейших мостов. Был построен 200 с лишним лет назад. И торжественно освящен и открыт в 1903 году, в день 200-летия города. Этот мост нам подарили французы. Французская фирма «Батиньоль» строила его. Мы им построили мост Александра III, а они нам вот Троицкий мост. На открытии присутствовали президент Франции Фор и наш император Николай II с семьей. Далее у нас видна Петропавловская крепость. Самое наше первое строение, первое сооружение города, наша фортеция. Она была заложена лично Петром I. Правда, первая крепость была дерево-земляной, ну а затем была перестроена в камне. Выглядит она на самом деле не совсем так, она кирпичная, но поскольку здесь она выходит на Неву своим фасадом, и с Невы ее могли видеть императоры из Зимнего дворца, из окон Зимнего дворца, поэтому Екатерина II приказала облицевать ее гранитом. И поэтому выглядит она теперь так достаточно симпатично и романтично. С Невы мы можем увидеть Невские ворота Петропавловской крепости. Их построил архитектор Львов, очень известный и интересный архитектор. Он, например, построил Приоратский дворец в Гатчине. Дворец из земли был построен, землебитный дворец. И перед воротами находится комендантская пристань, которая считается самой страшной пристанью в России. Именно отсюда узников Петропавловской крепости отправляли на каторгу и на смертную казнь. Также чуть дальше можно увидеть флагшточную башню. На ней обычно висит флаг, который называется гюйс. Такой флаг можно увидеть на крепостях и на кораблях первого ранга. То есть этот же гюйс можно увидеть и на Авроре. Кстати говоря, флагшточная башня у нас находится на Нарышкином бастионе. То есть крепость, она состоит из бастионов, таких пятиугольных укреплений и куртин. Стены, которые соединяют, называются... Стены, которые соединяют вот эти вот бастионы, называются куртины. Всего 6 куртин и 6 бастионов, названных по именам сподвижников Петра I. Вот в данном случае Нарышкин бастион, а за ним виден Трубецкой бастион, где находится знаменитая тюрьма. Далее, вот за Трубецким бастионом вдалеке можно увидеть небольшой такой интересный кораблик, который является, по сути, макетом. Это «Летучий голландец», наш знаменитый. Там ресторан и фитнес. За ним Васильевский остров, знаменитая стрелка Васильевского острова. Две растральные колонны. Левее Кунсткамера находится. Еще левее наш любимый всеми знаменитый Дворцовый мост. Один из самых последних по времени строительства. Ну, не самый, может быть, последний, но уже 20 века, в 1916 году появился как раз в тот момент, когда был убит Распутин. Но у этого моста самая такая классическая разводка, поэтому на всех тарелочках его обычно и изображают. И далее как раз вот виден шпиль и Адмиралтейство, за ним Исаакиевский собор, его купол, и Зимний дворец в такой дымке. Зимний дворец чуть левее. Малый Эрмитаж, Старый Эрмитаж и Эрмитажный театр. И начиная от Зимнего дворца, здесь у нас тянется Дворцовая набережная. И она вся фактически застроена дворцами знати, великих князей и так далее. Например, здесь на этой набережной у нас находится один из красивейших дворцов Петербурга. Это дворец великого князя Владимира Александровича, в котором сейчас располагается Дом ученых. Еще вот прямо-прямо напротив нас достаточно такой пышный, красивый дворец. Это Новомихайловский дворец сына Николая I. На Неве вы можете также увидеть пар. Нева парит, потому что специально прорубают здесь фарватер, чтобы люди не переходили по Неве с берега на берег. Хотя это всегда было достаточно популярно, особенно когда не было постоянных мостов. Тот же Маяковский, вот известно, что ходил по Неве. Ну и сейчас тоже очень много людей можно здесь увидеть, тем не менее. Ну, просто гуляют, фотографируют, делают сторисы. Дальше есть вот также Мраморный дворец, вот там у нас виден за дворцами вот этими, где дым, у нас виден также Спас на Крови, где был смертельно ранен император Александр II. Вот на том месте как раз был построен этот замечательный, прекрасный храм. Ну и далее там находится Марсово поле, и мы возвращаемся вновь к Троицкому мосту. Вот такая сегодня у нас получилась мини-экскурсия панорама.